Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Я Ольга Томашевич. Сегодня мы рассказываем вам о Древнем мире. И тема выпуска – «Тяжелые времена в истории Древнего Египта. Переходные периоды». Эпохи существования объединенных под сильной властью фараонов-номов мы определяем как царства – древнее, среднее, новое и позднее. Между ними были переходные периоды, которые были временами раздробленности и страшных испытаний для Древнего Египта. От переходных эпох добра ждать не приходится. И у историков довольно мало источников для исследования этих смутных времен. Но сейчас для нас именно эти эпохи представляют особенный интерес. Почти все третье тысячелетие до нашей эры Египет оставался относительно единым государством, процветавшим в долине Нила. Но наступление песков и другие более серьезные причины привели это очень крепкое царство, кстати, крупнейшее в мире тогда, к упадку. Когда завершилась еще относительно крепкая шестая династия, при седьмой династии, по свидетельству древнеегипетского историка Манефона, за 70 дней на троне сменилось 70 владык. Восьмая династия была тоже столь эфемерной, что вельможи в своих гробничных надписях перестают упоминать имена своих царей. Единое государство распалось почти на два столетия, и упадок центральной власти привел к росту сепаратизма на местах. Номархи начинают именовать войска царя своими войсками и, подражая фараоновскому титулу «сын Ра», начинают именовать себя «сыновья местных богов». Низкие разливы Нила вели к голоду, а политические и военные конфликты бывали такой интенсивности, что потом столичную область пришлось специально заселять. Памятники первого переходного периода поразительны. Такое впечатление, что скульпторы разучились вырезать из камня. Мы видим нелепые фигуры с искаженными пропорциями, глупо выпученные глаза, огромные уши. Все это очень контрастирует с тем, что было в предыдущую эпоху пирамид. На первый взгляд, второй и третий переходные периоды были еще хуже, чем этот первый, потому что долина Нила была завоевана чужеземцами. Но для самих древних египтян именно первый переходный период остался страшным шрамом в народной памяти. Как будто они знали, что вместе с древним царством завершилась эпоха первенства Египта на арене всемирной истории, эпоха строительства великих пирамид. В 18 веке до нашей эры в дельту хлынули племена азиатов-скотоводов гиксосов. Захватив Нижний Египет, гиксосы основали свою столицу в Аварисе и образовали 15-ю и 16-ю династии. Но довольно скоро южнее, в Фивах, начала собирать силы для борьбы с гиксосами местная 17-я династия. До нас дошла мумия царя Сакненрата, боровшегося с гиксосами, и смертельные раны на теле этого богатыря были изучены учеными, которые доказали, что он погиб в битве с гиксосами. Египтянам, в конце концов, удалось изгнать захватчиков, преодолев при этом коллаборационизм и некоторых египетских вельмож, и около 1580 года второй переходный период завершился и начался блестящий период расцвета нового царства, когда Египет вел очень успешные войны и стал империей. Но и продолжительный в полтысячелетия период расцвета сменился новым упадком, и случилось это около 1070 года до нашей эры. Египет вновь распадается. 21-я династия правит частью дельты из Таниса. На юге, в Фивах, образуется теократическое государство жрецов Амона, которые правят этой частью Египта от имени бога Амона. Дальше было еще хуже.
Соседи как будто сговорились отомстить египтянам. Египтом правят то ливийские династии, потомки наемников на службе фараонов, то нубийские династии, которым удалось при 25-й династии даже объединить всю страну под своей властью. И самое страшное – Египет был завоеван ассирийцами, слава богу, ненадолго. Но и таким временам приходит конец, и Египет был вновь объединен саисскими царями около 655 года. Однако позднее царство было лишь слабой тенью красивых периодов древнего, среднего и нового царств. Это была эпоха увядания блестящей цивилизации в долине Нила. Всего вам доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам о древнем мире, а завтра вы узнаете о событиях, произошедших в средневековой Европе.